Акция, которую по праву можно считать народной. 9 мая «Бессмертный полк» снова соберет в одну колонну современных ивановцев и их предков. Тех, кто пережил или не пережил Великую Отечественную войну. Сбор людей начнется в 13:00 у памятника героям фронта и тыла. Формирование колонны в 14 часов. Старт шествия, как и в прошлом году, в 15:00. Маршрут тоже прежний. По Шереметьевскому проспекту через площадь Революции, проспект Ленина и финишная точка на площади Пушкина. Все, кто не уверен, что сможет пройти весь путь вместе с колонной, могут присоединиться на любом отрезке шествия. Это не возбраняется, колонна прирастала людьми. И в этом году не нужно бояться, что я не пройду весь маршрут. Пожалуйста, можно присоединиться к колонне по ходу ее движения. Это первое. Второе, что хотим сказать. Мы хотели бы, чтобы была возможность принять участие в шествии и людям с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас прорабатываем мы этот вопрос, и с ними будут работать наши волонтеры. Вполне возможно, что в этом году в целях безопасности участников шествия будут досматривать, а потому организаторы убедительно просят большие сумки с собой не брать. Уже был опыт по организации прохода через арку к основным празднованиям. Это был тот год. 9 мая. И, в принципе, это не создало никаких трудностей. То есть это закрывается, делается ограждение, делается арка стандартная или несколько арок. Это решать будут правоохранительные органы. И будут пропускать через них людей. В прошлом году участие в шествии приняли более 17 тысяч человек. Непогода мало кого испугала. В этом году, судя по предварительным прогнозам, на тепло 9 мая тоже рассчитывать не стоит. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.